Doctor, Yosef Semikhatov, many of you already know Yosef. He has been working with Skinner for over 15 years, highly experienced, a great doctor, and he is about to share some of his knowledge with us. Многие из вас уже имеют свои хорошие поразительные результаты. Many of you have already achieved terrific results. И я в своем докладе постараюсь сформировать понимание основных факторов, почему сканер-терапия обладает высокой эффективностью. And my today's presentation is devoted to the reasons of the effectiveness of scanner. Я извиняюсь, что я не говорю по-английски. I apologize for not speaking English. Поэтому я большую часть информации постарался выложить на слайдах. That is why I tried to put as much information as possible on slides. Чтобы вы смогли и зрительно с ней знакомиться и слушать переводчика. For you to be able to visually read the information on the screens, as well as to listen to the interpretation. Поэтому информация получилась достаточно объемной. That is why I present a lot of information to you today. Поэтому, если вам покажется, что я уже вас утомил, дайте мне знать, и я сокращу. If you get tired, please let me know, and then I will make it fast. Начнем. Let us begin. Так, следующий слайд. Живой организм может существовать в природе оптимально в довольно узком диапазоне параметров внутренней среды. The living organism can exist in an optimal manner within a short range of the internal environmental parameters. И все вы знаете, что воздействие внешней среды изменяет внутренние параметры организма. And as you all know, the external environment changes those internal parameters. Но наш организм устроен так, что он постоянно стремится скомпенсировать эти изменения. The way our organism is built, it always constantly tries to compensate such changes. Чтобы вернуться к оптимальным параметрам своей жизнедеятельности. In order to get back to the optimum parameters of its activity. И в медицине этот процесс называется гомеостаз. In medicine this process is called homeostasis. Следующий слайд. Гомеостаз реализуется за счет формирования адаптационных реакций. The homeostasis is realized due to formation of adaptive reactions. И эти реакции являются результатом деятельности в организме функциональных и адаптационных систем. These reactions are a result of the activity of functional and adaptive systems in the body. Когда работа этих систем отклоняется от нормы, when there is any dysfunctions of those systems, формируются различные заболевания и состояния, которые проявляют себя в виде различных жалоб. Various diseases and conditions are formed that show themselves as various complaints. И при наличии таких жалоб официальная медицина, альтернативная медицина по-разному подходит к процессу лечения заболеваний. And if there are such complaints, traditional medicine and alternative medicine address them differently. Следующее. Если взять официальную медицину, то основной процесс, который она осуществляет, это борьба с болезнью. Talking about orthodox medicine, the main thing it does is to fight the disease. Альтернативная медицина пытается сформировать гармонизацию нашего организма с окружающим миром. While the alternative medicine tries to bring harmony between our body and the environment.
По-другому официальная медицина называется холистическая, а холизм переводится как целостность. Traditional medicine, alternative? Alternative medicine differently is called holistic medicine. And the word holistic means whole, complete. И в процессе развития и одной, и другой медицины на их стыке, на их подходах сформировалось новое медицинское направление. And while both branches of the medicine have been developed, there was created another medical direction. Это новая медицинская технология, которая называется сканер-терапия или сканер-технология. This is a new medical technology or scanner technology. Следующий. В этой технологии главным элементом, то есть на первое место, вышел организм пациента, а не способ его лечения. The main subject of this therapy is the body of the patient and not the means of treating this body. Это первая медицинская технология, где руководство лечением пациента передано от специалиста к организму пациента. This is the first medical theory where the treatment process is controlled by the patient's body, rather than by the opinion of the medical practitioner. То есть при раздражении нашего организма прибором сканер, while scanner affects the body of the patient, где работать, сколько работать, когда работать, определяет организм. The body itself determines where to put this application, for how long, and what kind of treatment it needs. А сканер-терапевт только следует за подсказками организма. A scanner-therapist practically only follows the signs of the body. И старается сформировать максимально эффективный диалог. And tries to conduct the most effective dialogue. Ну и Юрий Гарфинкель говорил, что мы должны помочь организму помочь самому себе. As Yuri Garfinkel said, we must help the body help itself. За время своего существования сканер-терапия показала очень высокую эффективность лечения различных заболеваний и состояний. During the period of scanner therapy's existence, it proved to be effective to treat various conditions. На сегодняшний день эта технология применяется в разных областях медицины. As of today, this technology is being used in various branches of the medicine. Как при острых состояниях и в условиях реанимации, так и при обострении хронических проблем. Both in acute conditions and in the situations of acute care and also with chronic complaints. Вот. Сканер-терапия используется и как основная терапия, и как терапия сопровождения. Scanner therapy can be used both as the main means of treatment and also as the complement means of therapy. Она может применяться и изолированно, и в комбинации с другими методами в комплексном лечении пациентов. It can be used by itself and it can be used in combination with the other methods of treatment. Итак, какие же основные факторы высокой эффективности сканер-терапии мы можем рассмотреть? So, which main factors that contribute to the effectiveness of the scanner therapy we can name? Можно выделить три основных фактора. We can name three basic factors. Первое – это оригинальные технические решения. First is the unique technical solutions. Второе – это философский подход. Second, philosophical approach. И третье – это медицинские аспекты. And the third one is medical aspects. Значит, технических решений я коснусь коротко. Very briefly, I will talk about technical solutions. Более подробно о них в своем докладе расскажет Михаил Унаков. Михаил Юнакафов will talk about it in more detail. Итак, в сканер-терапии
используются оптимальные физиологические параметры электрического импульса. Skinotherapy uses optimal parameters of the electric impulse. И происходит автоматическая коррекция параметров воздействующего стимула по результатам реакции организма на предыдущий стимул. And this leads to automatic correction of the stimulation of the parameters subject to body reactions to the previous stimulation. Одной из главных особенностей сканер-импульса является то, что он максимально похож на характеристики импульса, который формирует нервное волокно. One of the basic characteristics of the scanner impulse is its resemblance to the impulse formed by the body tissue. И в результате этого происходит активация выработки регуляторных пептидов, которые управляют нашей жизнедеятельностью. It results in the activation of production of the peptides that actually are in charge of the functions of our body. А также эти пептиды пролонгируют эффект сканер-терапии. Those peptides prolong the effect of scanner therapy. На данном слайде вы видите, что импульс, который сформирован в приборе, here on this picture you can see that the impulse which is formed in the device достаточно похож на импульс, который регистрируется при снятии электрокардиограммы. Has a lot of resemblance to the impulse that is recorded during EKG. Какие еще есть особенности у сканера импульса? What other characteristics does the scanner impulse have? Импульс очень короткий по времени, значительно короче, чем используется в обычной электрофизиотерапии. This impulse is very short. It is much shorter than the impulses that are normally used in other types of electric treatment. То есть микросекунды для сканера импульса и миллисекунды для обычной электротерапии. A scanner impulse is measured in microseconds, while normally during any other electric treatment, the impulse is measured in milliseconds. На слайде вот он, такой короткий коричневый импульс. So on this picture you can see that very short brown impulse, that is the scanner impulse. Между импульсами существует большая пауза. There is a long gap between the impulses. Во время этой паузы ткани, которые реагируют на воздействие импульса, успевают отдыхать и подготовить себя для следующей работы. And during this gap, the tissue that is subject to the impulse gets enough time to relax and to get prepared for the next stage. Различные другие виды электротерапии, как вы видите, они воздействуют значительно более длительное время, и далеко не всегда ткани успевают отдыхать. And as you can see on the other picture, during other treatments using electrotherapy, the tissue does not have enough time to relax and to get prepared for the reaction because of the intensity of the treatment. А это может приводить к повреждающему действию. And that can have adverse reaction. Ну и еще видно на слайде, что высота амплитуды импульса очень большая. Also on the slide you can see that the height of the amplitude of the impulse is rather high. Такой импульс успевает очень активно воздействовать на структуры организма. Such impulse has enough time to actively affect the structures of the body. Достигая возбуждения тех структур, которые при обычной электрофизиотерапии не получается. So that the structures get stimulated and that effect cannot be reached by other means of physiotherapy. Но за счет того, что импульс очень короткий, он не успевает эти ткани повреждать. But due to the fact that the impulse is very short, it cannot actually damage those tissues. Значит, итак, основными особенностями импульса приборов сканера являются. So the main characteristics of the impulse of the scanner devices are физиологичность,
physiological compatibility. То есть нейроподобная форма воспринимается как собственный импульс организма. The neural-like shape is perceived by the body as its own impulse. Не дает нежелательных побочных эффектов. It does not cause any negative side effects. И легко проходит в энергоинформационные пути. And it is easily transmitted into the energy informational paths. Которые формируются в организме. That are being formed in the body. Кроме того, импульс биполярный. Besides that, impulse is bipolar. Это свойство относится к переменному току. This is the characteristic of alternating current. И за счет биполярности импульс не вызывает поляризацию тканей и их повреждения. And thanks to being bipolar, this impulse does not cause polarization of tissues and their damage. Вопрос. When you're using probes, like two probes that separates the current, does that make it monophasic? In other words, positive and negative. Когда вы используете разнесенные электроды, по обоим электродам поступает электрический ток, приводит ли это к биполяризации ткани? Значит, это приводит, потому что это разнесенные, но те же два электрода сканера. Yes, it does, because those are just two. Или я неправильно понял вопрос? Remote electrodes of the scanner itself. Not sure. When you use those, do you expect the same effect, or will the effect be different if you're using one probe here and there on a biprobe methodology? Миша, это в твоем докладе будет? Такой же эффект наступает. А? Да. Такой же эффект наступает при использовании одного электрода сканера и при использовании разнесенных электродов. Это те же самые электроды, которые на приборе, только они разнесены в пространстве. Он спрашивает, эффект такой же? Эффект такой же. Да, одинаковый на обоих. The effect is the same on the both probes, because... Он спрашивает, не появляется ли поляризация в результате разнесения. Биполяризация, я так понял. Поляризация в результате разнесения. Нет, поляризация не появляется, потому что ток переменный. The current is alternating, so there is no polarization. But the effect is the same. Так. Значит, ну и наличие пауз между импульсами дает возможность для отдыха и восстановления нервного волокна. The gap between the impulses allows the nervous tissue to relax and get repaired. Значит, неповреждающее действие достигается за счет малой продолжительности импульса. The fact that there is no damage is due to the short impulse. И что очень важно, импульс имеет динамичность и асимметричность. And what is very important, this impulse is dynamic and asymmetrical. То есть прибор не просто вырабатывает электрический импульс, который раздражает организм. The device does not simply produce the electric impulse that irritates the body. А если датчики прибора регистрируют кожную реакцию организма на воздействие? If the sensors of the device register the reaction of the body to the impulse, тогда прибор меняет параметры следующего импульса. Then the device changes the parameters of its next impulse. Вот. Это существенно уменьшает процесс привыкания. And this considerably reduces the term of forming a habit. Значит, рассмотрим взаимодействие организма и прибора сканера. Let's look at the interaction of the body and scanner. Значит, прибор имеет электроды. The device has electrodes. Электроды воздействуют на кожу. The electrodes affect the skin. Путем сканер-импульса. Through scanner impulse. Значит, кожа реагирует через кожные рецепторы. The skin reacts through the skin receptors. Кожные рецепторы формируют поток информации в центральную нервную систему. The skin receptors send the flow of the information into the central nervous system. То есть в центры регуляции организма. That is through the regulation centers of the body. Центральная нервная система обрабатывает эту информацию. The central nervous system
works on this information. И формирует поток информации из центра на периферию, командный поток информации. And forms the flow of command information from the center to periphery. Со стороны кожи, прежде всего, реакция идет в виде изменения кожного сопротивления, кожного импеданса. The first reaction of the skin is the change in skin impedance. Кожный импеданс при своем изменении заставляет прибор менять следующий импульс. And skin impedance in its turn makes the device to change its next impulse. Вы видите, что импульс исходный и конечный различаются между собой. As you can see, the original impulse and the last impulse differ between themselves. Теперь уже этот импульс начинает раздражать кожу. So now this impulse starts to irritate the skin. То есть мы его переместили сюда. We moved it over here. Вот. И новый импульс повторяет ту же цепочку реакций. And the new impulse возбуждает. Continues the same chain of the reaction, irritates. Вот. И в конце снова меняется. And in the end it changes again. И так будет происходить до тех пор, пока организм способен реагировать на работу прибора изменениями. And it will be going on and on till all the time when the body is able to react to the change. После того, как организм перестает в течение секунды реагировать, Once the body has stopped to react within a second, и все импульсы прибор воспринимает как одинаковые в течение этой секунды, and during this second, the device perceives all the impulses as similar, same. Он сигнализирует нам, it sends us a signal, в виде звукового сигнала и появления такого символа, and it does that through the combination of the visual symbol and a beep. Вот. Эта комбинация говорит о том, что скорость изменения сигнала отсутствует. And this combination indicates that there is no more dynamics in the change of the signal. То есть организм через показания прибора дает нам подсказку. This way the body through the device gives us a hint. Что он уже не реагирует на воздействие прибора. It tells us that it no longer reacts to the device. А значит, энергия, которую он тратит на ответ, уже не будет тратиться на положительный результат. That means that the energy that the body spends to response will no longer serve positive goal. И для сканер-терапевта это сигнал к тому, что надо либо менять параметры воздействия на этом месте. For the scanner therapist, it indicates that it may be time to change the parameters of application on a particular spot. И за счет новых параметров вызывать новые ответные реакции. And due to using new parameters, get new response reactions. Или же в этих параметрах искать другое, более выгодное место для дальнейшей работы. Or using exact same parameters, it may be time to locate another zone of application. Теперь, что касается философских вопросов. Now about philosophical approach. Сканер-терапия — это не просто метод воздействия. Scanner therapy is not just means of irritation. Это мировоззрение. It is a certain philosophy. Это концепция со своей системой взглядов на окружающий нас мир. This is a system of the views of perception of the outer world. На понятие здоровья и болезни. With its own definition of what is health and what is disease. На единство и взаимодействие органов и систем нашего целостного организма. Unity and interrelations of organs and systems of the body as a whole.
В процессе сканер-терапии, в процессе исцеления есть полноправное активное соучастие самого пациента. In scanner therapy, the patient rightfully plays a very big role. Изменение его отношения к жизни. The change of the attitude of the patient to life in general. То есть его образа мысли и образа жизни. Their way of thinking, their lifestyle. Что помогает закреплять полученный результат. And it helps keep the achieved results stable. То есть сканер-терапия стоит на философских позициях гармонизации человеческого организма как личности, а не просто лечения отдельного тела. Scanner philosophy is based on the perception that the body has to live in harmony with the environment. It does not just focus solely on the functions of the body itself. Лечебный процесс сканер-терапии формируется по принципам, которые, по сути, являются отражением закона Вселенной. And the treatment process with scanner, in its essence, reflects the principles of interaction of the human body with the universe. Следующий. То есть каждый индивид является частью Вселенной и полностью отражает ее структуру. Each individual is a part of the universe and reflects its structure. Человек — это нечто большее, чем его тело. The man is not just a body. Это целостная, взаимосвязанная система тела, эмоций, разума и духа. This is a whole and mutually dependent system of the body, mind, emotions and spirit. И сохранение здоровья зависит от гармонии этой целостности. And preservation of health depends on the harmony of this system. Рассмотрим с философской точки зрения, что же такое здоровье, что такое болезнь. From this philosophical point of view, let's see what is a disease and what is health. Это не медицинские, это философские категории. These are not medical categories, these are philosophical categories. Значит, в первом примере мы имеем организм, который находится в скомпенсированном состоянии, и на него действует внешний раздражитель. In the first example, we have a body. The body is in compensated state, and it achieves a stimulus from the environment. Организм реагирует на этот стимул и перестраивает свое внутреннее состояние. And the body reacts to its stimulus, and it adjusts its inner condition. Это происходит за определенное время, которое называется время адаптации. It takes some time, and this is called adaptation time. Рассмотрим второй пример. Let's look at the second example. Пока организм в покое находится в таком же скомпенсированном состоянии, while the body is not being disturbed, it is in the same state of compensation. Значит, но когда на него действует стимул, он не может так быстро реагировать, как в первом случае. But when it gets a certain stimulus, it does not have enough time to react the way we see the reaction in the first example. Он также стремится перейти в скомпенсированное состояние. It strives to reach the harmonious state. Но этот переход занимает не только больше времени, но и каждый процесс может начать восприниматься субъективно, процесс перехода. And this transition takes longer, and it's not just that. During this transition, the body can achieve some subjective changes. И когда мы ощущаем эту перестройку, она проявляется в виде жалоб. And when we experience this transition, it shows itself in forms of complaints. В первом случае мы говорим о том, что у нас адекватная приспособительная реакция, то есть адекватная саморегуляция. The first example is an example of adequate adjustment, adaptive reaction.
or self-regulation. А во втором случае мы говорим о том, что у нас приспособительная реакция неадекватная. The second example is an example of an inadequate adjustment. И в первом случае мы называем такое состояние здоровья. So the first example, this is what we call health. А во втором случае болезнь. And the second example is an example of a disease. Рассмотрим еще один вариант, третий. Let's look at one more example, number three. Когда организм в покое также находится в состоянии компенсации. When the body is not being disturbed, it is in a harmonious state. На него действует точно такой же раздражитель. It receives exactly the same kind of irritation. Его способности реагировать на него также снижены. But its capacity to react to this irritation is rather low. Организм также пытается перестроиться и перейти в новое скомпенсированное состояние. And the body tries to adjust itself to reach the harmonious state. Но по различным причинам он этого сделать не может. But due to various reasons, it is unable to do so. В таком случае мы имеем дело с незавершенной приспособительной реакцией. And this is an example of an incomplete adjustment. Или другими словами, формируется хронический процесс. Or in other words, this is how a chronic condition is being formed. Если мы говорим о том, что официальная медицина борется с болезнью, if we talk about orthodox medicine as medicine that is fighting the disease, не надо. А значит, болезнью мы считаем неадекватную приспособительную реакцию. And as a disease, we are talking about inadequate adjustment reaction. То получается, что очень часто многие методы лечения в официальной медицине борются с самим организмом. So, practically, frequently, the methods used by traditional orthodox medicine are directed against the body, are fighting the body. И часто, получая на первом этапе первичный положительный результат, and very frequently, when during the first stage a positive result is achieved, медицина практически блокирует, официальная медицина практически блокирует завершение той программы, которую организм для себя построил. The traditional medicine practically blocks this way of recovery for the body that the body has to follow. Переводя это состояние. Состояние хронически незавершенное. This way this condition becomes incomplete adjustment or chronic condition. Поэтому задача сканер-терапии не блокировать завершение этой программы, а наоборот ускорять. And the goal of scanner therapy is not to block this transition, but to speed up this transition. Поэтому сканер-терапия старается находить на коже участки, связанные с болезнью, а не со здоровьем. That is why scanner therapist tries to locate zones on the body that are connected to the disease. И раздражая их больше, чем окружающие ткани. And irritating those zones harder than the surrounding tissue. Концентрировать внимание организма и его ответных реакций на патологии, а не на здоровье. Brings and concentrates the reaction of the body to at those pathological areas. Для повышения эффективности лечения в сканер-терапии строится по определенным принципам. In order to improve the effectiveness of scanner therapy, we should follow certain principles. Основные принципы перечислены на слайде. You see the main principles here listed on the slide. Жалоба здесь и сейчас. Complaint here and now.
Зона воздействия и вектор, то есть направление воздействия. Zone of application and vector or direction of the application. Асимметрия реакции и работа с малой асимметрией. Asymmetry of the reaction and working on small asymmetries. То есть с меньшей площадью в одинаковой разнице. Less area, same difference. Используется принцип динамики и стабильности. We use principles of dynamics and stability. Рецепрокность и цикличность, оппозиция. Reciprocity or opposite and cycle. Сочетание и чередование. Combination and alternation. Экономия и оптимальность. Economy and optimality. Использование этих принципов помогает формировать терапевтический треугольник и лечебный алгоритм сканера воздействия. The application of these principles helps to form a therapeutic triangle and a medical algorithm of scanner stimulation. И это составляет основу эффективности сканер-технологии. And this is a basis of the effectiveness of scanner technology. Значит, рассмотрим, как формируется терапевтический треугольник. Let's take a closer look at how a therapeutic triangle is being formed. Мы имеем пациента. We have a patient. Оператора, специалиста. And an operator or a specialist. И прибор, сканер. And a device, scanner. Значит, формируется взаимоотношение между пациентом и оператором. An interaction between the patient and the operator is being formed, которая проявляется в виде объективной и субъективной обратной связи, то есть между ними формируется диалог. And it is shown as a feedback, objective and subjective connections. Между прибором и оператором существует тоже определенная связь. There is also a certain connection between the device and the operator. И оператор осуществляет управление прибором. The operator controls the device. И третья сторона треугольника – это взаимоотношение между пациентом и прибором. And the third line on this triangle is the interaction between the patient and the Проскочил. Device. Значит, формируется мультипараметрическая обратная связь. So this way we see the formation of multi-parameter biofeedback. И когда эти три элемента объединяются в одну систему, and when these three elements are joined in one system, в которой формируется обратная связь with biofeedback между каждым из элементов этой системы, between the each element of this system. Теперь коснемся лечебного алгоритма. Now let's talk a little about therapeutic algorithm. Лечебный алгоритм включает в себя. The medical algorithm includes. Первое – это обработку запланированного участка кожи. First, simulation of a certain area on the skin as has been chosen. Цель этой обработки – экспертиза состояния кожного участка, который мы обрабатываем, и поиск на нем асимметрии. And the goal of this stimulation is to observe this area of skin and to locate small asymmetry on it. То есть при одинаковой работе прибора мы стараемся выявить разную реакцию организма. We are using the device in the same mode and we are trying to locate different reactions on the body. И эта разница должна быть однородной. And this difference has to be consistent. То есть гиперемия и бледность. Hyperemia or paleness. Тихий звук, громкий звук. Low sound, high sound, loud sound. И так далее. And so on. Вот. Следующий этап – это выбор из участка с однородной разницей малой асимметрии. The next stage is choosing among those areas with a similar difference, area with a small asymmetry. То есть нельзя, не выявив асимметрии, найти малую асимметрию.
Without finding an asymmetry, we cannot locate small asymmetry. Вот. Мы выбираем для дальнейшего воздействия участок кожи с наименьшей площадью. For the next application, we are choosing area on the skin, which is the smallest. И максимальной яркостью проявлений. But that shows the most obvious reaction. Поиски воздействия на зоны малой асимметрии является основой сканер-терапии. The basis of scanner therapy is locating zones of small asymmetry. Вот. И третий этап воздействия на зоны малой асимметрии. The third stage is application of scanner on the areas with small asymmetry. И мы воздействуем прибором до тех пор, пока не получим запланированные изменения на коже и в жалобах. And we are working with our device until we have reached the desired changes on the skin and change in the complaints of the patient. Поскольку пациент приходит к нам и жалуется не на наличие гиперемии там, или других признаков малой асимметрии, а на наличие каких-то конкретных жалоб, our patients come to us not complaining on hyperemia on certain zones of the skin. They have very specific complaints about their health condition. То наша главная задача не просто выявить признаки малой асимметрии, проработать их, а получить отклик от организма. And that is why our main goal is not just to locate zones of small asymmetry and work on them, but to achieve dynamic change in the condition of the patient. А значит, если вы нашли и обработали признак малой асимметрии, а эффекта в динамике жалоб не получили? So, if you have located a small asymmetry zone, you have worked on it, but you have not achieved a dynamic change on the complaint. И если вы находитесь в диалоге с организмом, and if you are in the state of dialogue with the body, то организм подсказывает, что вы работали либо не так, либо не в том месте. The body is giving you a hint that you either found a wrong spot to work on, or you applied wrong parameters. А значит, это подсказка организму, что нужно что-то менять в вашей тактике. This is why the body tells you that you have to change something in your strategy. Итак, цель воздействия на малую асимметрию. So, the goal of working on small asymmetry. Концентрация основного лечебного раздражения на малой площади. Is the concentration of the main treatment on the small area. Для формирования вектора ответных реакций. In order to form the vector of the response reactions. И получение положительной динамики жалоб пациента. And achieving positive dynamics of the complaint of the patient. И теперь коснемся медицинских аспектов. Now let's talk about medical aspects. Процесс лечения пациента сканер-терапии формируется в виде диалога по принципу обратной связи. The process of treatment the body of a patient is a dialogue, it's biofeedback. В этом диалоге используется методология, которая основана на нейрофизиологии организма. And conducting this dialogue, we are using methods of the body neurophysiology. И воздействие строится с учетом работы функциональных и патологических систем организма. And the application of scanner is using the functional pathological systems that have been formed in the body. Во время сканер-процедуры формируется функционально-патологическая система. During the scanner procedure, the functional pathological system is being formed, позволяющая организму пациента создать более четкий портрет болезни. And it allows the body of the patient to create a more obvious picture of the disorder. И активизировать систему саморегуляции. And to activate the system of self-regulation. Ну, автором этой теории построения функционально-патологической системы является Александр Ревенко.
And the author of this theory of the creation of the functional pathological system is Dr. Ryvenko. Так, основная задача сканер-специалиста сориентироваться и выбрать оптимальную тактику работы с пациентом. The main task of the scanner specialist is to choose the best tactics when working on a patient. Это достигается путем создания системы взаимодействия оператор-прибор-пациент. And this is achieved by creating the system of the interaction operator-patient device. Тот самый терапевтический треугольник. So that very therapeutical triangle. В сканер-терапии важен не диагноз, а активная жалоба здесь и сейчас. In scanner therapy, the diagnosis is not what is the main parameter. The main parameter is what is happening here and now. Это тот самый максимальный субъективный дискомфорт на момент проведения лечебной процедуры. That is the strongest discomfort of the body is experiencing during the scanner procedure. То есть, если жалоб много, мы стараемся выбрать максимально активную. So, сейчас. If there are many complaints, we are trying to choose the most acute complaint. И уделять главное внимание достижению динамики этой жалобы. And we are focusing on achieving dynamics of this particular complaint. Поэтому нас интересуют характеристики такой жалобы. That is why we are interested in the characteristics of this complaint. Локализация, характер, интенсивность, длительность. Its localization, its character, its intensity, its length. Чаще всего мы говорим о том, что жалоба проявляется в виде боли. Most often we talk about the complaint in form of pain. Но это могут быть и другие субъективные ощущения. But it also may be some other subjective sensations. Зуд, онемение, жжение и другие. Itching, numbness, burning sensation and so on. И тактика сканер-терапевта в работе с пациентом определяется в зависимости от того, острым или хроническим состоянием вызвано у него наличие жалоб. And the tactics that the scanner therapist is applying in a particular situation is determined depending on the complaint of the patient, whether it is acute or chronic. Рассмотрим это в анимации. Let's take a closer look at this. Значит, система организм имеет определенные параметры. The system, organism, has certain parameters. Вот. И управляются эти параметры нашими адаптационными системами, то есть механизмами адаптации. Those parameters are governed by our adaptation mechanisms. В случае, если у нас происходит какое-то неадекватное воздействие на организм, раздражителем. If our body is being irritated in an inadequate way, формируется острое заболевание. An acute disorder can be formed. Формируется система отклонения организма от равновесия, которое мы считаем гомеостазом. And that is disbalance of the body. The body is not in its normal condition, which is homeostasis. Это отклонение тоже имеет свои параметры. And this derangement has its own parameters. А для нас оно проявляется субъективными и объективными изменениями, которые мы выявляем в организме. And the way we see it is through subjective and objective changes of the body. Когда мы воздействуем сканером на отклоненное состояние, and when we apply scanner to this changed condition, основная наша задача — вернуть отклоненные параметры организма в состояние здоровья, то есть гомеостаз. Our main goal is to bring the body back to the state of homeostasis. И обычно сканером это удается сделать.
And usually we are able to achieve this with scanner. Значит, как мы подходим к процессу лечения в остром состоянии? So how do we approach treatment of an acute condition? Обычно режимом выбора является субъективно дозированный режим. Usually the method we choose is a subjectively dosed mode. Который является режимом скорой помощи. This is the regime of immediate help. И цель при работе в субъективно дозированном режиме максимально быстро добиться положительной динамики жалобы. The goal of using this method is to achieve positive dynamics of the complaint as soon as possible. И ускорить восстановление органических нарушений. And to speed up the recovery from the organic disbalances. Индивидуально дозированный режим в острой ситуации чаще применяется как дополнительный режим. Individually dosed mode is mostly used as a complementary means of treatment. Тогда, когда отсутствует достаточного эффекта от применения субъективно дозированного режима. It is used when there is no sufficient effect after the subjectively dosed mode has been used. И для усиления эффекта сканер-терапии за счет создания разницы в воздействии на организм пациента. And in order to improve the effectiveness of the scanner therapy by creating differences of the patient's body stimulation. По принципу сочетания и чередования. Using the principles of combination and alternation. И циклическая противоположность. And cycle and opposite. Дальше нажимаем. Значит, теперь мы рассмотрим ситуацию, когда формируется хроническая проблема. Now let's take a look at the situation when a chronic problem is being formed. Организм находится в состоянии гомеостаза и имеет определенный эталон самочувствия. The body is in the state of homeostasis and it has a certain standards of health. Мы уже рассматривали, как формируется острое состояние. We have already talked about how an acute disorder is being formed. Формируется напряжение адаптационных систем и попытка вернуться в состояние гомеостаза. The adaptive systems are being strained and there is an attempt to go back to the state of homeostasis. И системы саморегуляции пытаются выполнить эту задачу. And systems of self-regulations are trying to fulfill this task. Но не всегда получается полностью у организма восстановиться. But the body cannot always restore its functions completely. И в результате организм застревает на каком-то отклоненном от здоровья состоянии. And as a result, the body gets stuck at some condition which is not the condition of health. То есть формируется новый эталон самочувствия, к которому организм привыкает. This way the body forms a new standard of health and the body gets used to this state. И уже формируется новый уровень у механизмов адаптации. And new adaptation mechanisms are being formed. И организм переходит в хроническое заболевание. And the body reaches a state of a chronic disorder. Значит, в процессе адаптации организм может перестать воспринимать свои жалобы как проблему, начать относиться к ней как варианту новой нормы. And during this process, the body can stop perceiving its own complaints as something that is wrong with it. It can start treating this condition as a new normal. И основные задачи сканер-терапевта при хроническом состоянии. And the main tasks of a scanner therapist in this a new condition. Прежде всего, работать не с конкретной жалобой. First of all, not to work with a particular complaint.
а помочь организму пациента, прежде всего, вернуть адаптационные механизмы на уровень нормальной физиологии. But first of all, to help the body of the patient to return its adaptive reactions to the normal state. Необходимо помочь пациенту изменить отношение к хроническому состоянию как варианту нормы. It is very important to help the patient change this perception of the chronic condition as being normal. И помочь ему завершить ту адаптационную перестройку, которую он начал, но сам закончить не может. And to help the body finish this adaptive transition, which it started but was unable to complete. Ну и за счет этого справиться с проблемой. And this way to reach the stage of recovery. То есть мы имеем хроническое состояние. So we have a chronic condition. И сканер, прежде всего, должен воздействовать на адаптационные механизмы. And scanner, first of all, should affect the adaptative mechanisms. И постараться помочь организму вернуть адаптационные механизмы в состояние физиологической нормы. And to try to help the body return to the normal standard of health. А уже затем мы воздействуем на проявление в виде конкретных жалоб. After that, we are working with some specific complaints. И помогаем организму сформировать состояние гомеостаза. And we are helping the body to form the state of homeostasis. И если не удается полностью выздороветь, то помочь максимально скомпенсировать состояние так, чтобы организм мог чувствовать себя здоровым. And if it is not possible to reach the stage of the complete recovery, we should help the body to feel as healthy as possible. Вопрос. Только его переведи, в смысле повтори. I can't hear you, I'm sorry. Could you maybe come closer so that everybody could hear the question? I will. Надо ли повторить вопрос, все ли слышали? Повторить. Что она спрашивала, чтобы все остальные поняли? Потом ответ. По-английски вопрос. Повтори. Тань. We talked about homeostasis, and the scanner tries to bring the body of the disease path back to homeostasis. Is it because of the inbuilt control of the scanner that is common for all bodies? Because I believe a body homeostasis may change from body to body. So how does the scanner determine that this is the homeostasis that it has to achieve for a certain disease part or acute part of the body? Сказали, что задача скеннера – это вернуть организм в состояние гомеостаза. За счет чего это достигается? Насколько я понимаю, состояние гомеостаза различное у каждого организма. Поскольку скеннер-терапия является терапией индивидуальной, скеннер-терапия is individual kind of therapy. Она использует индивидуальные участки. It для works воздействия. On individual parts of the body. Работает на них индивидуальное время. Spends individually
those time on those parts of the body, то сканер-терапия сама не возвращает организм в состояние гомеостаза. Scanner-therapy by itself does not send the body to the original state of homeostasis. Она только помогает ему сориентироваться, какие дополнительные резервы он может использовать для этого восстановления. It just helps the body to find additional resources within itself for the body to use all its resources to get back to the state of homeostasis. Вы совершенно правы, что нет стандартного гомеостаза, у каждого он свой. You are absolutely right in that there is no one standard for homeostasis. Everybody is different. И поэтому мы помогаем каждому организму, каждого пациента вернуться в свой индивидуальный гомеостаз. And that is why we are trying to help each individual patient, each individual organism to return back to its original individual state of homeostasis. Существует и генетическая информация, и текущая информация. There is a genetic information, current information. Организм оценивает текущее состояние в сравнении с той памятью, как он должен функционировать. The body evaluates its current condition with the past memory of the standard condition for itself. Поэтому мы усиливаем эту разницу и помогаем организму самостоятельно справляться с проблемой. And we are increasing this difference, and this way we are helping the body to heal itself. Я удовлетворил? Have I answered your question? То есть тело само создает информацию? Да, тело лечит тело. The body heals itself. А мы только помогаем ему в этом процессе. We are only helping it do that. И сканер является очень хорошим помощником, потому что позволяет находить точки наиболее оптимальные для помощи, зоны. Scanner is a very good assistant of the body because what it does, it helps the body to locate the most, the best places to send its energy to. Но, как уже говорил Юрий Горфинкель, очень сложно получать хороший эффективный результат, используя только прибор, но не используя сканер-технологию. As Yuri Garfinkel said, it is a very difficult to... Юрий Старовойтов. Старовойтов? Сегодня в докладе. Sorry. Юрий Старовойтов mentioned today that we cannot just rely on the device itself. We have to use the technology. Итак, когда мы имеем дело с хроническим состоянием, so dealing with a chronic condition, то предпочтительнее использовать основным режимом индивидуально дозированный. It is preferable to use as a main regime individually dosed mode. Цель работы в этом режиме — помочь организму быстрее произвести адаптационную перестройку. And the goal of using this mode is to help the body to self-adapt as soon as possible. И быстрее добиться положительной динамики жалоб. And to achieve the positive dynamics of the complaint as soon as possible. В данном случае субъективно дозированный режим чаще используется как вспомогательный, дополнительный. In this situation, individually dosed mode is most often used as an additional means of treatment. И он используется для дополнительного воздействия чаще в локальной зоне. It is used as additional application, most often on a local zone. И для усиления эффекта сканер-терапии за счет сочетания чередования разного воздействия на организм пациента. And to increase the effectiveness of scanner therapy, we are using alternations and combinations when working on the body of the patient. Значит, как я уже только что говорил, сканер-специалист наблюдает в процессе лечения за ответными реакциями со стороны
центральной вегетативной нервной системы. As I have already mentioned, the skin specialist pays close attention to the reaction of the body. Центральной вегетативной нервной системы. Of its central and vegetative nervous systems. Иммунной гормональной системы. Immune and hormonal systems. Психоэмоциональной сферы. Psychoemotional sphere. И если есть реакция со стороны этих систем, and if there is a reaction from those systems, то от этих изменений зависит алгоритм выбора параметров следующего воздействия. Those changes dictate the next parameters of the application. А также времени воздействия, частоты, то есть кратности воздействия. As well as the time of application, the other parameters of application. То есть результат от того воздействия, которое мы выбрали на предыдущей процедуре. So the results of the application that have been chosen for the previous procedure. Каждый раз диктует индивидуальный алгоритм построения следующей процедуры. Every time tells us which next individually chosen algorithm we have to apply on the next step. Индивидуальный подход значительно повышает эффективность функционирования системы оператор-прибор-пациент. And this individual approach considerably increases the effectiveness of the treatment and of the interaction of the operator, body and device. В сканер-технологии в процессе лечения создается кибернетическая система мониторинга проводимой терапии и оптимальной коррекции сигналов. The scanner technology incorporates a cybernetic system of monitoring of the therapeutic treatment and optimum adjustment of the signals. Данная система работает в ритмах организма совместно с организмом пациента как единое целое. And this system works with the body of the patient and within the body of the patient as a whole system. И обеспечивает коррекцию в реальном времени. And it ensures correction in the real time. Например, если вы в процессе процедуры получили какие-то новые ощущения у пациента. For example, if during a certain procedure you see some new reaction from the patient, то вам обычно не надо тратить много времени на дополнительные исследования. Then normally you do not need to spend a lot of time on additional research. А вы сразу же по предъявленным изменениям меняете, то есть производите коррекцию своей работы. You adjust your style immediately, looking at the reaction that you have received from the body. Цель которой максимально быстро получить положительные изменения. And the main task is to achieve positive dynamics as soon as possible. Организм пациента постепенно обучается правильному функционированию в соответствии с ситуацией и генетической программой. And the body of the patient gradually gets used to function in the new way according to its original program and according to the current situation. То есть от процедуры к процедуре мы тренируем организм. So from procedure to procedure we are training the body. Более правильно использовать свои дополнительные возможности. To use its own additional resources most effectively. И самостоятельно справляться со своими проблемами. And to cope with its problems by itself. Так, основные функции трех элементов системы. The main functions of the three elements of the system. Функция специалиста в системе оператор-прибор-пациент – наблюдение за лечебным процессом. The function of the specialist in the system operator-device-patient is to observe the treatment process. Коррекция текущего состояния пациента и контроль за работоспособностью этой системы. Correct the current state of the patient and control the effectiveness of the system. Функции пациента в этой системе. The function of the patient within this system. Внимательное активное наблюдение по ходу терапии за динамикой жалоб. To pay close attention to his or her complaints during the process of the therapy. За изменением своего самочувствия. To watch the changes in its health condition, its feelings. И выполнение получаемых от специалиста рекомендаций по адекватному изменению образа жизни.
And to follow the recommendations of the specialists, how to change the lifestyle. И функция прибора в системе прибора сканера. The function of the device within the system. Осуществлять индикацию информационных зон для терапевтического воздействия. Is to locate the most optimal zones for the therapeutical application. Формировать терапевтические импульсы. To form therapeutical impulses. И производить коррекцию этих импульсов в процессе взаимодействия с организмом. And to correct those impulses as interacting with the body. Ну и обобщающие выводы. In the summary. Значит, основу болезни составляют различные нарушения гомеостаза. The core of a disease is formed by different disorders of homeostasis. Поэтому лечение должно направляться на восстановление и нормализацию функций адаптационных систем. That is why the treatment should be targeted at restoration and normalization of functions of the adaptation systems. Тех систем, которые поддерживают гомеостаз. Those systems that support the homeostasis. На стыке холистической и официальной медицины появилась новая медицинская технология. At the junction of holistic and official medicine, the new medical technology appeared. Которая объединяет философию гармонизации человека как единой системы. It utilizes the philosophy of harmonizing the body of the human body as a whole system. И новейшие технические решения. And the modern technical solutions. И сканер-терапия является по своей сути программой восстановления адаптационных систем. In essence, scanner therapy is a program of restoration of the systems of the body. Высокий терапевтический эффект терапии достигается несколькими моментами. The high therapeutic effect of scanner therapy is reached due to certain conditions. Во-первых, благодаря заложенным в прибор сканер особенностям электрического воздействия. First of all, it is the electrical stimulation capabilities of the scanner device. Это не повреждающий физиологический электрический импульс. Electrical impulse that is non-damaging on the physiological level. Который способен менять свои параметры при наличии реакции организма. Which is capable of changing its own parameters during interacting with the body. И адаптивные способности прибора сканер позволяет во время воздействия формировать своеобразную биобратную связь. Adaptive features of scanner device allow to form specific biofeedback. То есть мы не говорим о общепринятом понятии биобратной связи. We are not talking here about biofeedback in its kind of presumed meaning. Но некоторые элементы ее присутствуют в этой системе. But certain elements of this are present in this system. Благодаря этому управление коррекцией воздействия на себя передано от прибора к организму пациента. That is why the function of correcting itself is switched from the device to the body. Эффект повышается благодаря применению методологии, учитывающей физиологические и энергетические возможности организма. And this effect is higher when we use the system of the body, the adaptive physiological systems and energetic capabilities of the body. Благодаря формированию лечебной системы оператор, прибор, пациент для эффективного восстановления системы адаптации. Thanks to the formation of the treatment system, operator, device, patient, for the recovery of the adaptation. Мы также повышаем эффективность работы системы. This way we also increase the effectiveness of the system. И каждый элемент этого терапевтического треугольника является активным членом команды, работающей на общий результат. And each element of this triangle is an active participant in the treatment process that leads to positive results.
Высокая эффективность сканер-терапии – результат выполнения основного требования медицины – лечить больного, а не болезнь. High effectiveness of scanner therapy is reached due to the main requirement of scanner therapy – treatment of the patient and not the disease. Используется максимальный индивидуальный подход. We are using individual approach. Применяются индивидуальные зоны для воздействия. We work on individual zones of stimulation. Индивидуальное время для воздействия. We choose individual time for our application. Лечение производится по индивидуальной активной жалобе пациента. We choose the treatment mode according to an individual complaint of the patient. Лечение производится здесь и сейчас. The treatment is being conducted on the principle here and now. И используется принцип динамики, динамичности воздействия. And we are using the principle of dynamics, dynamics of the application. То есть для каждого пациента используются индивидуальные изменения схемы работы. For each patient, we are utilizing individual changes in the system of application of the device. И что очень важно, воздействие происходит на все составные компоненты здоровья. And what is most important, the application is directed towards the most important components of the health. То есть это соматический или телесный компонент, психоэмоциональный и мыслительный. So this is psychosomatic component, psychoemotional component and intellectual component. И когда мы используем все то, о чем я сказал, and when we are using all those tools that I have mentioned, то мы можем получать достаточно яркие результаты. We can achieve very convincing results. Я покажу несколько примеров. I will show you several examples. Вот здесь мы имеем кисту яичника у девочки, over here we have an ovarian cyst, которую собирались хирурги оперировать. And this girl was scheduled for a surgery. В результате после 10 сеансов But after, яичник принял нормальную форму. After 10 sessions of treatment with scanner, the ovary was back to normal. Следующий пример – это перелом голени, перелом конечности. The next example is a broken extremity, it's a leg. При лечении значит, классическими методами в течение 2 лет не могли справиться с проблемой. When doctors used the traditional methods, they were unable to fix this problem in 2 years. После применения сканер-терапии удалось полностью восстановить, то есть срастить перелом, который сам организм не был способен сделать. But after scanner application, the body was able to heal that fracture. Еще один пример, который значит, получил доктор Константин Никитин, который здесь находится. One more example, and this is something that Dr. Konstantin Nikitin has achieved. Возможно, he is present currently. Возможно, он подробнее будет об этом рассказывать, но здесь представлено, что было наличие грыжи межпозвонкового диска. Probably he will explain this to you in more detail, but basically this is a hernia, которая, вопреки утверждениям нейрохирургов, что без операции справиться нельзя, организм сам был способен выправить. And in spite of the opinion of neurosurgeons that this situation could not be fixed without a surgery, you can see that actually the body healed itself with the help of scanner. На поперечном снимке видно, что вот грыжа. On this picture, it's a cross-section, you can see и разрушенный диск. And damaged disc. На следующем снимке есть исчезновение грыжи и восстановление структуры диска. And the next picture shows that there is no more hernia and that the disc is restored. Понадобилось 7 месяцев. It took 7 months.
Еще один яркий пример. One more great example. Когда в результате лечения гормональной мазью As a result of using hormonal ointment, кожные проблемы у ребенка, a child developed skin problems. Кожа стала чистой, а болезнь ушла вглубь. But then the skin, the condition of skin improved, the disease moved inwards. И произошло расплавление головки плечевой кости. It damaged the bone considerably. В процессе лечения During the treatment, организм вспомнил генетическую программу. The body remembered its genetic program. И в результате самостоятельно восстановил полностью структуру сустава и его функцию. The body on its own restored the joint and the function of the joint. Этой девушке официальная медицина поставила приговор, что у нее высокая степень аденомиоза, и она самостоятельно родить не сможет. This girl was diagnosed by the official medicine as a woman who would never ever be able to give birth on her own. Поскольку у нас сканер-терапия используется не только в состояниях, которые сопровождаются болевым синдромом и воспалением. Since we use scanner therapy not on the conditions that are limited to pain syndromes, то нам удалось помочь женщине в этой проблеме. We were able to help this woman with her infertility. 10 лет у нее существовал диагноз бесплодия. For 10 years she has lived with the diagnosis of infertility. За 10 месяцев мы прошли 3 курса сканер-терапии. In 10 months we applied 3 courses of scanner treatment on her. Женщина самостоятельно забеременела, самостоятельно родила. And this woman got pregnant on her own. She conceived a baby. She gave birth. Нет пределов возможностей у организма. So there is no limit to what the body can do. Ну, а для тех, кто утверждает, что сканер-терапия – это больше психотерапия? Вопрос. Значит. In chronic pain cases, does the scanner work better alone or in parallel to other painkillers? What I mean by that, is it better to ask the patient to stop the other medication? And to count on the scanner only or to work better? В хронических ситуациях достаточно ли применять только сканер и отказаться от более утоляющих лекарств? Каждый пациент индивидуален, и с каждым пациентом мы составляем индивидуальную программу. Every patient is individual, and for every patient we create an individual plan of treatment. Если пациент имеет возможность отказаться от препаратов, If a patient is capable to stop taking medications, мы ему рекомендуем это сделать. Then we would recommend to do that. Поскольку вырабатывать внутренние фармакологические обезболивающие вещества параллельно с приемом, значит, внешних сложно организму. Because for a body it is difficult to build its own pharmaceutical factory. And at the same time be using medication that comes from the outside. И мы даем эту информацию пациенту, но каждый пациент имеет право получить информацию и распоряжаться, поэтому он решает сам. And we provide this information to our patients, but each patient, of course, is free to choose which way to follow. Мы ему помогаем, а не работаем вместо него. Our goal is to help the patient, not to work instead of the patient. So this means that you recommend that it's better for the scanner to work alone without the other medication. То есть вы считаете, что более эффективно для сканера работать отдельно, без приема лекарств? В большинстве случаев, если в этом нет крайней необходимости, мы стараемся не совмещать.
In the majority of cases, unless it is absolutely essential to continue the previous treatments, we normally would recommend not to combine these two ways of treatment. Боль – это сигнал в мозг о непорядке, это информационный сигнал. Just a moment. Pain is the signal that body sends to the brain that something is not in order in the body. И изменение этого сигнала по ходу сканер-терапии. It is information and the change of this informational system, signal during the course of scanner therapy treatment. Позволяет организму ориентироваться об изменениях параметры той причины, которая привела к этой боли. That change allows the body to evaluate the change of the original parameter that caused the pain. Если пациент принимает обезболивающие препараты, but if the patient is taking painkillers, то они перекрывают подачу информации в мозг, в структуры саморегуляции. Those painkillers block that informational channels, and that makes self-regulation more difficult. И не получая этих сигналов, организму сложно ориентироваться, что он дополнительно может у себя использовать. Without getting those signals for the body, it is more difficult to understand which additional resources it can pull up. Но существует психология пациента. Не все могут терпеть боль. Кто-то боится прекратить препараты, поэтому каждый раз решение индивидуальное. We should take into consideration the psychology of each individual patients. Some of them cannot stop taking medications, are afraid. So we work with everybody individually. Ведь не обязательно полностью отменять препараты, можно менять количество или частоту приема. It may not be necessary to completely abandon medications, but we may change the amounts of the medications, the frequency of when you take the medications. Вот вам работа терапевтического треугольника. That is an example of the dynamic work of the therapeutic triangle. Cliff? Yes. I have some answer to that question. I have an integrated clinic, an outcome-based clinic, which means that I don't see a patient if I don't get 50% relief, at least on the very first visit. I have a good practice and very successful. So, but I combine Skinner with acupuncture and laser and get very, very good results on the very first visit. Usually 10 to 20 visits to finish whatever problem the person has, for any pain, masses, bleeding, интегральные методы. Скеннер с лазером. Комбинация. Но если в течение первого приема не наступает улучшение хотя бы на 50%, он отказывается от этого пациента. Есть ли еще вопросы? Any more questions? У доктора Никитина есть вопрос. Йосиф Владиленович, скажите, пожалуйста, как смогла дама самостоятельно забеременеть? Доктор ей помог. Переведи вопрос, пожалуйста. Перевести? Да, шутка. Okay, it was a joke. Apparently, we were talking about the woman who was able to get pregnant by herself, and Dr. Nikitin kind of questions this theory. He asks, how was she able to get pregnant on her own? Конечно, кроме помощи сканера, у нее был еще индивидуальный помощник. Of course, besides scanner, she had someone else to help her with that. Please. Do I understand your question correctly? You are asking how to determine exactly how to change the dose of medication? For some of the patients that are afraid to drop it. I mean, you should not drop the medication. It's you normally try to lower the dose gradually, or, you know? Многие
Если пациенты боятся отказаться полностью от приема лекарств, то есть каким образом вы советуете снижать приемы лекарств? После получения каких-то положительных эффектов от сканер-терапии. Once we have achieved some positive changes after scanner therapy, каждый раз индивидуально мы договариваемся с пациентом об изменении частоты или количества принимаемой дозы. Every time, depending on this outcome, we are talking to a patient about changing either the, you know, the volume of the medication or how often they take their medication. И наблюдаем, как снижение этой дозы влияет на самочувствие пациента. And then we are observing how this change in the dose affects the condition of the patient. И договариваемся с ним, при каких изменениях, как он дальше будет поступать в приеме этих лекарств. And then we achieve some kind of an agreement with the patient how to move on, how to change the dose medication, depending on what we see in his condition, what improvements are happening. Нельзя, чтобы в этой системе пациент жил под страхом, что он отменит лекарство, потому что сказал доктор, и ему станет хуже. It is impossible to have a patient in a constant fear that he or she will feel tremendous pain if the doctor orders to discontinue medication. Есть ли еще вопросы? Any more questions? No. Извините, что я вас так долго утомлял. Yes, I apologize for keeping you that long. Я постарался вкратце вам рассказать про всю сканер-терапию. I tried very briefly to give you information about scanner therapy in general. И почему она приносит такие результаты. And why it brings tremendous results. Ну, а животные вряд ли дадут себя лечить, если не будут чувствовать от этого для себя пользу. Animals are not likely to allow treat them if they do not feel that this is something that helps them. Поэтому вряд ли это можно отнести к психотерапии. So сканер-терапии. This cannot be called psychotherapy within the scanner therapy. Спасибо за внимание. Thank you for your attention. На остальное